Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Важное и тайное послание ангелов на 8 октября. На этот день ангелы напоминают вам о необходимости открыться для приема любви и благословения Вселенной. Помните, что каждый опыт, радостный или болезненный, несет в себе семена роста и понимания. Не будьте слишком строги к себе. Знайте, что ваша способность чувствовать и импотировать является даром, который может творить исцеление как для вас, так и для окружающих. На данный момент может быть чем-то очень важным, что требует вашего внимания и искренности. Откройте свое сердце для глубокого понимания и прощения. Вы не одиноки. Ангелы всегда рядом, стоит вам только попросить о помощи и поддержке. Аффирмация на сегодня такая. Я открыта для получения любви, мудрости и защиты от ангелов. Я принимаю внутренний мир и внешние обстоятельства с благодарностью, зная, что каждый момент жизни наполнен значением. Эта аффирмация может служить вам напоминанием о том, что важно оставаться настроенным на положительный лад и быть благодарным за поддержку, которую предоставляет Вселенная. Повторение сегодняшней аффирмации поможет вам почувствовать связь с ангелами и укрепит ваше душевное спокойствие на этот день. Сегодня день является кармический, который выстраивает мост в будущее. Эта дата идеальна для серьезной, добросовестной работы, ведения переговоров и подписания контрактов. Позволяет финансовым операциям, как продажи, так и покупки, и является подходящим временем для начала строительства не только в прямом, но и переносном значении. Созданное, запущенное в это время, окажется надежным и долговечным. День отличный для приложения усилий, труд которых принесет плоды и получит достойное вознаграждение в будущем. В этот день важно исполнить свои обязанности перед теми, кто с нами рядом. Секрет успеха заключается в неэгоистичности. Когда мы все стремимся служить высшим целям, перед нами открываются все дороги в жизни. Мудрость дня. Верность своим обязанностям наполняет человека мудростью и любовью. Владея этими ценностями, мы способны достигать своих амбиций и реализовать желания в долгосрочной перспективе. Знаки на сегодняшний день. День, находящийся под влиянием Марса, небесного тела, известный своим духом борьбы. Задача на сегодня. Предпринимаемые шаги, чтобы заручиться помощью, осмысление личного прошлого и других жизней, взаимодействиях с семейной кармой. Предсказание вторника. В этот день благоприятны методы для исследования кармических связей в семье и среди близких. Счастье на день. Благоприятен порыв ветра в сторону вашего движения. Знак плохих предвестий отрицательный, когда сильный ветер уносит ваш зонт. Сны сегодня отражают ваши планы на предстоящее, насколько они осуществимы и ваши способности осуществить запланированные. Счастливое видение. Если ночью вы увидели яркое солнце, то это предвещает благо. Удачные оттенки на сегодня – приглушенные светлые тона. Оттенки, которые сегодня нельзя носить, это насыщенно красные. Камни удачи на сегодня – яшма, агат и зеленый малахит. Сегодня идеальная дата для проведения различных магических практик. Защитная магия против недругов, злопыхателей и нежелательных влияний, создание бережных символов. Практики для усиления внутренней мощи и талантов. Также можно проводить практики для сохранения благополучия семьи. Заговор защиты от врагов. Для тех, кто сталкивается с врагами своей жизни, рекомендуется повторять защитный заговор перед каждым выходом на улицу. Слова идут такие. «Снизошел Христос с небес высоких, с собой принес крест благородный. Кто и умылся солнечным светом, согрелся, крестом себя осенил, засовы закрыл. Пустите засовы, скроются в глубинах морских. Христос Господь, Сын Света Вечного, огради меня от зла всегда и во все времена». Сказать нужно один раз. Прогоняем все зло из дома. Если в вашем пространстве находится зло, то нужно сделать следующее. Зажгите свечку и сказать такие слова. «Стены светлым огнем очищаю, все зло отсюда выгоняю. Не будет тебе здесь покоя и страха, не будет радости. Охватит тебя тоска, поглотит вечные маята. Покинь мой дом навсегда». Сказать нужно три раза. Свечка должна полностью прогореть до конца. 8 октября – магический день перемен. Откройте двери в новую жизнь.
Это особый день, насыщенный магической энергией, который способствует переменам и трансформации. Это период, когда возможно раскрыть потенциал и направить его туда, где он действительно нужен. Рассмотрим, как вы можете использовать эту дату, чтобы внести позитивные изменения в свою жизнь. Первое – понимание своих желаний. Первый шаг к переменам – это осознание собственных желаний. Проведите этот день в размышлениях над тем, что вы хотите изменить. Определитесь с приоритетами, запишите их. Искренность с самим собой – это основа успешных трансформаций. Подготовьте пространство для нового. Чтобы перемены смогли войти в вашу жизнь, расчистите место для них. Это может быть физическое преобразование вашего пространства. Уберите лишние или мешающие вещи. Либо окунитесь в личные изменения, отпуская негативные установки и страхи. Практики осознанности и медитации. Медитация – это отличный способ сосредоточить свои мысли и почувствовать магическую энергию дня. Найдите тихое место, где сможете погрузиться в себя и сосредоточиться на своих целях. Визуализируйте, как они воплощаются в жизнь. Наполнитесь энергией природы. Выйдите на прогулку, постарайтесь соединиться с природой. Это поможет вам обновиться и зарядиться позитивной энергией. Природа всегда открывает двери для вдохновения и очищения. Завершение дня ритуалом благодарности. Закончите день благодарностью за все хорошие перемены, которые произойдут в вашей жизни. Это создаст мощный поток позитивной энергии и отклик Вселенной. Заговор на вызов перемен. Для усиления эффекта этого магического дня проведите небольшой ритуал. Вам потребуется белая свеча, как символ чистоты и новой жизни. Зажгите свечу, сосредоточьтесь на ее свете. Визуализируйте, как ваше будущее наполняется яркими красками и переменами, которые вы желаете. Далее скажите слова. Свет белый, помоги в пути, перемены в шестом жизнь свою привнеси. Пусть дорога новая мне открывается, светлыми шагами вперед к мечте простилается. Вот говорим три раза. Позвольте своей свечке догореть, оставляя свои намерения в пространстве. Данный заговор поможет вам настроиться на положительные изменения и пройти вперед к новой жизни с легкостью и вдохновением. Также сегодня можно провести практику на успех, шаг к исполнению ваших желаний. Сегодняшний день – это не просто очередная дата, а время насыщенной энергии и возможностями для роста и успеха. Обязательно воспользуйтесь этим днем, чтобы осуществить задуманное и привлечь положительные перемены в свою жизнь. Вот как можно сделать этот день особенным и продуктивным. Установите намерение. С самого утра создайте четкое намерение на день. Запишите ваши цели, желания, которые хотите реализовать. Это могут быть как долгосрочные, так и краткосрочные планы. Установив намерение, вы направите свою энергию в нужное русло. Практика благодарности. Обязательно пробудите позитивные вибрации с помощью практики благодарности. Далее – визуализация успеха. Найдите спокойное место, закройте глаза. Представьте себя уже достигшим желанной цели. Почувствуйте, как будто это уже реальность. Эта техника помогает настроить подсознание на положительный результат. Обязательно проведите медитацию на успех. Сосредоточившись на своем дыхании, потратьте 5 минут. Это очистит разум и укрепит вашу уверенность. А также можно сделать практику на привлечение успеха. Чтобы усилить влияние энергии, то 8 октября проведите ритуал с использованием зеленой свечи, которая символизирует успех и процветание. Просто зажигаем зеленую свечу, сфокусируйтесь на ее пламени. Почувствуйте свое желание и процветание, как идут в вашу жизнь. Далее скажите: «Свет зеленый, покровитель мой, успех привлечь, веди под рукой. Путь вперед ясный, процветанием покрыт, светлыми тропами к цели веди». Сказать нужно 3 раза. Все, далее свечку можно потушить. Такая практика обязательно вам поможет привлечь успех.